ковре, а, как говорится, волей жребия встречается два сильнейших борца не только России, но и мира. Заслуженные мастера спорта. Денис Царгуш, Московская область, ЦСКА, чемпион мира прошлого года, чемпион Европы этого года. И Ирбек Фарниев, выступающий за Северную Осетию, Аланию и параллельный зачет Волгоградская область. Чемпион Европы и мира 2003 года. Квартира выдох. Фарниев уже второй год выступает в весовой категории до 74 килограммов. Все свои наивысшие достижения он показывал на категории ниже 66 килограммов. На ковреце Красный Трико борется Махач Муртазалиев, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, призер Олимпийских игр. Республика Дагестан. В силу трикот борется мастер спорта Гаджи Гаджиев. Также представитель Республики Дагестан. Денис Царгуш тренируется у тренеров Ислама Калаева и Анатолия Маргиева. А Альбек Фарниев у Асланбека Бекоева и Анатолия Маргиева. Только себя. На конкретно первый период выиграл заслуженный мастер спорта Махач Муртазалиев. В синем трико на ковре С Гаджи Гаджиев, Республика Дагестан, мастер спорта. На ковре Б в красном трико Арсен Маиров, мастер спорта, Кабардино-Балкарская Республика. Синий трико Сава Кудышев, мастер спорта, Республика Северная Осетия, Алания. Второй период на ковре А. Есть технические действия и право захвата принято жребий. Смотри.
Артуя, молодец! На ковре А победил Денис Царкуш, Московская область, ЦСКА.